только что в типографии «Зебра» напекли новых праздничных чашечек. Как вы знаете, все они именные. Но кто эти все люди, которые находятся на этих чашечках, вы сможете узнать в наших следующих роликах, которые будут на страничке проекта «Ретропробегом по карантину». И это не последняя партия чашечек. Следующая партия будет на следующей неделе, наверное.